На трассе под Красноярском у фуры на ходу оторвался прицеп. Он завалился на бок прямо посреди дороги. А все, что было внутри, в основном запчасти, рассыпалось рядом с машиной. Большой груз двигался в сторону Дивногорска, но его занесло на крутом повороте. Водитель не пострадал. Чтобы не блокировать дорогу, он отъехал на обочину. И тем не менее, несколько часов движение на участке было затруднено. В Красноярске возобновилось строительство трех проблемных высоток. Дома на улицах Баумана, Караульной и Прибойной должны были сдать еще несколько лет назад, но работы замерли. В отношении застройщика возбудили уголовное дело, а счета арестовали. Возобновить стройку удалось благодаря подрядчикам. Они согласились получить оплату после сдачи многоэтажек. В ближайшее время на площадке завезут необходимый материал. Скрытое наблюдение установили полицейские в красноярских маршрутках. Автобусы проверяли на соблюдение правил движения. Только за час инспекторы под прикрытием обнаружили 5 нарушений. Разговоры по телефону, непристегнутый ремень безопасности и движение с открытыми дверями. Теперь перевозчикам придется заплатить штраф. Красноярский ТЮЗ получил разрешение на постановку второй части «Хроник Нарнии». Первую серию знаменитого цикла наш театр показал еще в 2018 году. Следом должна была выйти вторая, но оказалось, что исключительные права на спектакль принадлежат англичанам. Поэтому ТЮЗ представил зрителям сразу третью часть. Сейчас же Красноярскому театру удалось получить все разрешения. Премьера «Хроник» состоится в конце этого сезона или в начале третьего. После того, как спектакль покажут на сцене, ТЮЗ должен будет перечислить процент от сбора правообладателям.